«Инновационная Россия» – такое название дали стратегической сессии с участием крупных российских инвесторов, чья деятельность направлена на воплощение в жизнь инновационных идей. Венчурный фонд ориентируется на работу с молодыми и перспективными, коими полна еврейская автономия. Один из таких, Yellow Rockets, во главе со своим основателем посетил регион для знакомства с его возможностями. Наша компания занимается тем, что помогает стартапам расти, выходить на глобальный рынок. Мы инвестируем в стартапы, входим в десятку самых активных венчурных фондов России. Одна из наших сделок стала в прошлом году сделкой года на венчурном рынке России. Эксперты занимаются реализацией проекта «Инновационная Россия». Это действующие бизнесмены, основатели инвестиционных венчурных фондов, собственно, имеющие достаточно большой опыт в реализации стартапов и их поддержки в Российской Федерации. Ну и стратегическая сессия сегодня организована инвестиционным агентством как для органов исполнительной власти, непосредственно курирующих развитие бизнеса и цифровые технологии, а также для молодежи. Работа экспертов велась на двух площадках многофункционального центра. На одной молодых людей знакомили с их перспективами, отмечая, что если идею от воплощения отделяет лишь недостаток финансирования, то эту проблему может взять на себя венчурный фонд. На другой площадке велась беседа с представителями региональной власти. Необходимо понимание, какой сфере жизнедеятельности населению необходимо инновационное видение. Мы готовы и к другим новым инвестиционным проектам, к инновациям в сфере ЖКХ, строительства и к другим проектам. На сегодня мы заканчиваем другие проекты. Сейчас наша область рассматривает как инвестиционную площадку под строительство медицинского большого кластера. Заканчивается строительство завода по выпуску графита, второе месторождение в России, как вы знаете об этом. Поэтому мы готовы сегодня к общению, к использованию практик, которые мы сегодня получим, и будем применять их на нашей территории. В рамках стратегической сессии были обсуждены ключевые точки роста развития экономической системы. Намечены ближайшие шаги по реализации национальной технологической инициативы и развития технологического предпринимательства в регионе. Ольга Тимченко, Кирилл Богаченко, Новости 21.